трубочку. Мастер просит медитировать с улыбочкой, с легкой такой. Ну, серьезно. Несерьезное выражение лица, легкая улыбочка. Да, улыбочка, улыбочка, пожалуйста. Красивый рот тогда будет. Несерьезный. Хансен, о май гад, Хансен. Ну какой красавчик. О май гад, beautiful. С ума сойти. I love you. Okay. Beautiful. Yeah, you see this guy, Хансен, о май гад. Very handsome. Ой, вот этот парень вообще очень красивый. Are you serious? О, блин! Потому что когда мы счастливы, тогда энергия разгоняется. Если мы серьезные, со следами озабоченные, то это блокирует энергию. You see girlfriend, you happy, right? Когда девушку свою видим, мы же счастливы. Like a 5 minutes, you see boyfriend. Через 5 минут увидишь парня своего. Yeah. See? И уже чувствуется счастье легкое. 5 minutes, you see boyfriend, you ready? Через 5 минут увидишь парня. Будь готова. You see girlfriend very old. Sarah, you ready? You see girlfriend very old. Ready here. Слава твоей девушке 90 лет. Sarah, you ready? Girlfriend 90 year old, okay? Эта девушка, ты очень нравишься. Please happy for me. Пожалуйста, будьте счастливы для мастера. You know. Happy inside. Чувство счастья внутри. And yesterday, you understand? И вчера мы поняли ключи, технику дыхания, а сегодня еще плюс. Ощущение счастья внутри. Before 5 minutes, this guy very handsome. Now he win again. 5 минут назад такой был красивый парень, сейчас вообще опять какой-то злой. Yes. You know, husband, you very care, you mean. Очень new girl and beautiful and happy. Ему надоела жена, и он хочет опять веселую, счастливую девушку. Okay. Yeah, Hansen. 5 minutes before you ugly the face. 5 минут назад. You know, if I go, I don't love you. Если бы я был девушкой, то мне не так себе понравился. О май гад, beautiful! А вот сейчас какой красивый парень. Если бы он был девушкой, он бы вышел замуж сразу же. Потому что когда люди не злые, они очень красивые.
И девушка посмотрит себе в лицо. И она подумает, злого мужчины не хочу, хочу доброго, веселого и счастливого. Да, вот этот вот парень постарше, но очень красивый. Love you, we could love face you. Okay. Let me see, anybody see me. Смотрите, смотрите, какой он симпатичный. The old bird, you know, something of. Он уже в возрасте, но все равно он может нравиться девушкам. Если бы он поехал с мастером на Дюрана, он бы пользовался большой популярностью среди девушек. You're Vietnam liar, very liar. Don't care, you old. Okay. Вьетнамским девушкам возраст постарше. Very good. Да. So much. We'll go Vietnam. Они любят симпатичных мужчин. 18-20 years. 18-20 лет. Go with me. Задумайтесь. Seminar Vietnam. I don't know. Who volunteer my list for me? You? Кто кто хочет да? Короче, списочек составляем. Because I bought my position for the meeting you. Мастер очень извиняется, он хочет нас развести, чтобы мы чувствовали себя счастливыми. See, 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 guy, see. See, I mean, see. Смотрите вот на этого парня. This perfect. У него отлично получается, вот просто see? Кандидат на поездку в Вьетнам. Сама, ready for me, girl, 19-year-old, Vietnam. Да, 18-летние девушки будут уплетаться. Nothing here on your fellow Sava Samas. Да, даже одна 19-летняя. See? Yeah, okay. Do that is okay. I need a type of face you handsome or ugly. Мастер будет проверять лица. Bring and happy. Дыхание и чувствовать счастье. You practice, you know happy. You make you happy. Мы практикуемся, и если мы несчастливы, то мы становимся счастливее. The mind you release, the stress you release. И сознание и расслабляется, и стресс уходит. Thank you.
Okay.